чуть не объехали. А вот, собственно, что произошло. Маршрутка и авто. Да, уже на работу опаздывать. Скорая стоит. У нас 18 часов света уже нет. И, наверное, не у нас одних. Вчера отключили в полгода. У нас уже 24. Ничего себе. Говорят, даже воды у некоторых нет. Ну, такое. У нас вода еще есть, слава богу. Это у нас еще газ, а те, у кого электроплиты, то им не повезло, конечно. Ладно.